Всем привет! Сегодня вот решила рассказать вам о таком средстве, о новом средстве Avon для интимной гигиены, ромашка и экстракт гамомелиса. Это была новинка, я так понимаю, 13-го каталога новинка, и для представителей в каталоге 12. Для представителей можно было приобрести эту новинку заранее. Значит, он, вот смотрите, болтается, просто вода. Я видела до этого отзывы, конечно, говорили о том, что он очень жидкий, но там не было видно, насколько, вот могу показать, просто вода. И, ну, я заказала, так как я люблю эти средства, никогда еще у меня такого плохого средства не было. От Avon, это просто, ну, у меня вообще, я каждый раз, когда иду в ванную мыться, у меня просто, ну, портится настроение и злость берет просто. Мне хочется его вернуть, знаете, просто вот, я не знаю, что с ним сделали, и я так, ну, я вообще одно время подумала, что это может быть у меня такое бракованное средство, но нет, все как бы рассказывают, что оно жидкое, но еще не видела такого там обзора сильно конкретного. Вот, и вот решила все-таки для вас, кто хочет заказать такое средство, вот просто говорю, не заказывать. Это ужасная просто вещь. Вы знаете, бывает запах не подходит, бывает цвет, да, там, в какой-то декоративке не подходит, но здесь это просто качество Avon, просто если они будут выпускать все такие средства, их никто просто брать не будет, это ужасно просто. Вот, и оно даже вот, так что я его колотила, оно даже с носика вылетает вода. Значит, его, в чем проблема? Значит, во-первых, его надо много, видите, вот сколько уже я его использовала, это буквально вот пару дней. Его нужно много, во-первых. Во-вторых, его невозможно взять в руку. Оно выливается. Ну, знаете, вода. Вот я сейчас покажу. Я специально подставила тут тарелку. Сейчас покажу. Я его открыла. Покажу, как оно выливается. О, посмотрите. Просто вода. Понимаете, мне же не верится. Мне кажется, что это... Просто вот не может быть такого. Вода. Смотрите, мне даже его не жалко. Вот оно в тарелке. Вот вода течет. Я думаю, ну, каждый пользовался в Avon. Кто заказывает Avon, кто любит Avon. Каждый пользовался средствами для интимной гигиены. Это ужасно просто средство. Ну, не было такого. Я обожала эти средства, всегда гонялась за ними по акции, так как они всегда дорогие, они стоили тех денег. Такого бутылечка всегда хватает очень надолго. Он очень гелевый, он хорошо пенится. Хватало, я даже, знаете, делала не на полную помпу пшик, а вот на половинку помпы, чтобы экономить, потому что, в принципе, его хватало. И с ним было очень классно брить ноги, так как он был такой гелевый, очень скользкий. Знаете, даже вот по бритве тянулся даже такой вот он, как гель. Но это просто, вот сейчас я попробую налить его в руки и покажу. Вот смотрите, я наливаю, ну все ж так наливают, правильно? Я ж не какая-то безрукая, вот так я наливаю, а оно просто вот течет. Вот видите, даже, ну вообще, ну просто, оно разбавлено, я не знаю во сколько раз. Запах, конечно, у него очень хороший, свежий, мне очень по запаху понравилось, но средство ужасное. Просто не берите. Я бы, конечно, Avon его вернула. И если бы была такая возможность, потребовала просто возмещения морального ущерба. Настолько оно мне испортило вот все настроение. И мне даже им не хочется пользоваться. Понимаете, ну, у меня мысли такие. Я думаю, может добавить туда пену Avon. Я сейчас открыла арбузную, чтобы оно более густое было. Как-то, хоть как-то мыться можно было им. Ну, невозможно в руку набрать. Вот представляете, гляньте, вода. Просто даже, ну не гель, а вода. Ну, вода конкретная. Вот она льется. Ну, вот в тарелке просто льется вода. Сейчас еще вот так вот. По
снимаю. Ну, вообще, ну, оно абсолютно, ну, я не знаю, ну, как можно было сделать такое средство? Так как можно было испоганить? Я не знаю, то ли они его поотливали у всех и поразбавляли водой при отправке посылки. Я уже не знаю даже о чем думать. Ну, просто такого вот, ну, никогда не было, честно. Ужасное средство. Качество ноль. Вот даже на руке оно высохло, как вода, знаете. Ну, раньше гель такой густой был. Я теперь вообще боюсь какое-либо брать из этой серии средства. И у меня нет просто слов. Поэтому не берите в этом каталоге это средство с ромашкой и гамомелисом. Вот. Тут написано на русском. Так вот даже. Если сфокусируется, вот. Очищивальный засыпь, очищающее средство для женской интимной гигиены с экстрактом ромашки и гамомелиса серии Avon Simply. Ну, короче, не буду ломать свой язык. Английский я не знаю, но вот такое вот зелененькое. По запаху, да, классно, но качество ужасное. Вот. Такое было видео. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.